К другим темам. Заболеваемость мышиной лихорадкой бьет рекорды. По данным специалистов Роспотребнадзора, за 7 месяцев текущего года на территории региона зафиксировали 218 случаев. Этот показатель в полтора раза выше, чем в прошлом году. Мышиная лихорадка фиксировалась в 22 районах Саратовской области. Самая высокая заболеваемость в Татищевском, Петровском, Саратовском, Аткарском и Лысогорском. Все случаи заражения фиксировались после посещения жителями леса или отдыха на даче. Участках.